Здравствуйте, граждане. Здрасте. Мусор убираете? Да. Немножко. Шашлыки собираете жарить? Нет. Убрать сначала. Мусор убрать сначала. Сначала убрать, потом пожарить, да? Нет, конечно. Обмануть лесничих не получится. О том, что разводить открытый огонь на особо охраняемых природных территориях нельзя, лесная охрана вместе с полицией и сотрудниками Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха предупреждает жителей Трехгорки, которые вот-вот нарушили бы федеральный закон. С мая 2022 года постановлением губернатора Московской области введен особый противопожарный режим. Это значит, что в случае разведения огня, открытого огня в мангале, просто тлеющие угли. То есть независимо, даже если само тление, горение, дымление углей происходит не на почве, не на земле, а на какой-то металлической конструкции, ну, то есть мангал, там, барбекю, вот. Без соблюдения особых правил это делать запрещено. За нарушение грозит штраф в размере от 40 до 50 тысяч рублей. Большинство жителей понимают опасность и легко идут на контакт. Но бывают и исключения, рассказывает Игорь Липунов. Жители в основном более-менее адекватные здесь живут. Есть граждане сознательные, которые говорят, да, мы понимаем, сейчас вот все быстренько уберем, зальем. Или как бы... Ну, более-менее как бы адекватные, то есть не как вот сегодня мы были, что начинает сразу конфликт, скандал. Цель рейда – выявить и пресечь нарушения пожарной и санитарной безопасности в лесах, а также провести профилактические беседы с жителями. Лесничие напоминают, разведение костров допускается только на специально оборудованных местах или площадках, очищенных или окопанных до минерального слоя почвы полосой не менее полуметра. Эмилия Аркелян, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».